Сегодня суббота, 18 июня, и я собираюсь на аттестацию по тэквондо. Эта аттестация знаменательна не только тем, что я хочу получить красный пояс, но еще и тем, что сегодня будет экзаменатором сам основатель школы Анатолий Чиканчи. Это мастер спорта международного класса, заслуженный тренер Российской Федерации, обладатель черного пояса 7-го дана. Чувствую, что я сегодня уйду не только с красным поясом, но еще и с огромным багажом знаний, новых знаний. Ну а вы садитесь поудобнее и давайте смотреть. Чура, ВСО готовы принять у вас аттестационный экзамен на право ношения. Я буду соблюдать принципы тэквондо. Уважение и вежливость. Честность, доброта. Настойчивость, терпение. Самоконтроль, самообладание. Сильный дух. Счет вынят. Итак, решением аттестационной комиссии. Ну вот, друзья, мой красный пояс. Это была классная аттестация. Я очень надеюсь, что вам тоже понравилось это видео. Если да, ставьте лайки. Спасибо всем за просмотр. Уклон.